Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел рассказать о таких некоторых общих вопросах сравнения ядерных и неядерных циклов. И анализ свойств ядерных циклов и неядерных циклов, который представлен в докладе, он основан на построенной некоторой общей концепции вообще технологического цикла. Следующий слайд, пожалуйста. Или нет, здесь переключать. Все пошло. Пошло, не трогай. Хорошо. Для того, чтобы такой цикл работал и выполнялась его основная задача — переводить некоторые финансовые ресурсы в востребованную продукцию на основе использования природных и человеческих ресурсов, необходимо выполнение трех условий. Должны быть внешние источники инвестирования, и должен быть, с другой стороны, рынок товаров и услуг, на который должно выйти это предприятие. Технологический уровень предприятия должен быть выше, чем уровень окружающей технологической среды, и это производство должно быть обеспечено некоторым персоналом высокого уровня, который способен решать задачи вот этой высокотехнологического производства. Здесь в какой-то степени очень подходит представление, которое было введено в биологии, понятие оператора целенаправленного действия, которое было введено Карабудиным, но вот не моим, вот этим предыдущим докладчиком, хотя это был Владимир Иванович Карагодин. И это понятие оператора целенаправленного действия состоит в том, что вот есть некоторая окружающая среда, в ней есть ресурсы, этот оператор переводит их в некоторый целенаправленный результат, и при этом образуются какие-то побочные отходы. И сам топливный цикл, и технологический цикл, и вообще говоря, и вот отдельные элементарные его единицы, персонал, он фактически отвечает вот такому общему определению оператору целенаправленного действия. Следующий интересный момент — это то, что такой цикл производства можно представить в виде диаграммы по аналогии вот с тем, как это делается в термодинамике. И основные моменты заключаются в том, что на этапе А, Б здесь производится подготовка к производству, вовлекаются ресурсы окружающей среды. На этапе БЦ основная суть этого этапа — существенно повышается квалификация персонала для того, чтобы достичь необходимого уровня. И вот основной этап — это CD, где происходит работа этого оператора. И заключительный этап DA – это вывод из эксплуатации. Относительно ресурсные экологические затраты, которые вытекают из этого представления, можно определить как отношение некоторых трудовых и природных затрат к финансовым и материальным потенциалам макросистемы, региона или страны. То есть это относительные понятия некоторые, относительные ресурсы, которые необходимы для осуществления производственного цикла. Интересно, что рассмотрение дальше дает, что такой цикл должен, это еще Карагодин тоже отметил, должен обладать некоторым эффектом в отношении эффективности экономического плана и в отношении экологического плана. Ну вот если посмотреть на идеальный цикл, который представлен на этой диаграмме, то получается, что такой идеальный цикл не должен производить никаких отходов, он должен вернуться в исходную точку, и
он в этом смысле должен быть идеальным. На самом деле, конечно, этого нигде не существует в производственных циклах. Все циклы, вся деятельность человека, она сопряжена с тем, что образуются некоторые побочные результаты. И представление о том, что вот воздействие должно носить некоторый относительный характер. Следующий слайд. Мы видим, что везде здесь отношение. Вот воздействие к некоторым квотам, которые допускаются по этому воздействию. И если бы у нас ресурсов было неограниченно много, что, может быть, было в предыдущие времена, то основным выходит вот первый критерий, критерий эффективности труда. Но этот этап давно уже пройден, и на самом деле очень важен второй показатель, который определяет отношение безвозвратно использованных ресурсов вот к этому, к той квоте, которая допустима по этому воздействию в системе. Система может быть или страна, или регион, но необходимо некоторое представление о том, что мы имеем в этой системе. Ну, это представление, оно похоже на то, что вот в результате производственного цикла некоторая энтропия образуется, и вот эту величину вот этих побочных, не основных как бы затрат, которые не идут на достижение цели, они, эти вот эффекты должны быть минимизированы. Это достаточно понятное требование. Если расписать те соотношения, которые возникают при таком подходе, то основной показатель, следующий слайд. Вот дельта СВ – это показатель, который вот можно рассчитывать, и он относит по каждому фактору воздействия к тому, что может быть по этому фактору поэтому допущено или разрешено. При этом вот эта такая простая формула, на самом деле она имеет очень много внутренних таких сложностей, в первую очередь по базам данных, я о них немножко скажу. Вот. И в целом вот такой вот подход, он определяет относительную ценность экологических ресурсов, которые у нас имеются в системе. Что является вот в таком подходе важным, что все экологические ресурсы и ресурсы природы, которые имеют совершенно разную природу, они как бы становятся относительными, их можно суммировать. И в этом плане это очень важно, потому что мы можем суммировать один фактор совершенно не похожим другим фактором. Но для этого мы должны вот иметь представление не только воздействия, но о допустимости его в каких-то пределах. Этот подход отличается от того подхода, который используется, следующий слайд, который используется в известном подходе externalities. Там основной этап — это оценка воздействия, а у нас этого этапа нет в этом подходе. А вместо денежного воздействия вот возникают относительные затраты. Следующий слайд. Хотя, конечно, вот сами воздействия, они определяются очень похожим образом и в той, и в другой модели. Для того, чтобы до конца реализовать эту модель, необходимо иметь представление какое-то ресурсно-экологическое планирование. Это очень важный момент. То есть мы должны представлять, чем мы располагаем, чем мы не располагаем, и это на очень высоком уровне должно быть как-то определено. Потому что иначе, ну, по сути дела, очень трудно понять, что важно, что не важно. И надо сказать, что уже в мировой практике, по сути дела, возникает такая проблема на примере выбросов парникового газа, где мы определяем некоторый лимит воздействий. Но было бы замечательно, если бы это было распространено, наверное, и на другие ресурсы, важные ресурсы, воду, там, воздействие по воде, по воздуху и так далее.
глобальном плане. Так вот, следующий слайд. Вот расчеты, которые были выполнены, они показали, как ни странно, поскольку это было довольно простое исследование, они показали неплохое согласие с тем, что было сделано в европейском исследовании externalities по энергии. То есть это было гигантское исследование в 8 томах, разные энергоисточники разными странами исследовались. А здесь это было получено более простыми средствами. И что оказалось? Что вот такие приоритеты. Наибольшее воздействие – это угольный цикл, следующий – нефть, если при сжигании нефти, газ, промежуточное положение. А в группе наименее воздействующих энергоисточников оказались ветер, гидроэнергетика, солнечная энергетика и ядерная энергетика в замкнутом топливном цикле. Это очень важно, потому что вот при таком подходе замкнутый цикл должен трактоваться не просто как замыкание по топливу, там, по каким-то составляющим топливным, по плутонию там, и так далее, а должен определяться как минимум воздействия на окружающую среду с учетом всего комплекса воздействия. Следующий слайд. И вот здесь показано, как выглядело это в расчетах относительных затрат. Ну вот видно, что уголь выбивается почти везде. Идет ядерная энергетика, и замкнутый, и открытый цикл идут как огибающие снизу. Но тем не менее, вот все-таки слабым звеном оказывается открытость ядерного цикла, поскольку, конечно, мы используем данные в настоящее время, мы используем 1% природного урана, остальное идет, по сути дела, но если не будет замыкания, то, как вот сказали на сессии предыдущей, что в Германии это идет, считается все отходами. Вот, поэтому вот это, конечно, давно уже установленный факт, он подтверждается, что надо замыкать цикл. Ну и по другим тоже некоторым параметрам видно, что мы добились довольно низких показателей по воздействию на население, где считалась смертность населения, как бы воздействие с тяжелыми последствиями на персонал. И здесь все достаточно выглядит неплохо у нас. Даже, можно сказать, это вот некоторая перспективная технология. Ну, здесь, может быть, не все учтено, потому что, например, могут возникнуть какие-то и в ядерной, в замкнутом цикле, какие-то чувствительные такие факторы, например, ну вот обсуждается там выброс углерода 14-го там, в технологиях нитридного топлива. Да, это может проявиться вот в такой модели, поскольку очень жесткие лимиты на природное воспроизводство углерода 14. И в целом можно сделать следующий вывод. Последний слайд. Вот это рассмотрение производственного цикла как работу операторов целенаправленное действие позволяет построить достаточно общую ресурсно-экологическую модель воздействия энергосистем на здоровье и окружающую среду. Понятие замыкания производственного цикла приобретает в этой модели широкий смысл и означает минимизацию интегрального ресурсно-экологического воздействия. Необходимым условием применения модели является разработка долгосрочного ресурсно-экологического планирования с определением годовых квот воздействия на здоровье и окружающую среду. Ранжирование энерготехнологий показало, что наибольшее отрицательное воздействие на окружающую среду оказывает нефтяной и угольный циклы, причем оно существенно ухудшится при проведении ограничений на выбросы парниковых газов. То есть это сразу еще больше ухудшает оценку вот этих циклов, связанных на углеводородах и так далее. Ветровой и солнечный циклы энергопроизводства и замкнутый цикл ядерной энергетики при рассмотрении на временной базе в 100 лет оказались в классе с самым низким воздействием на окружающую среду. И вот эта модель относительных затрат,
она дала несколько более пессимистичную, ну даже я бы сказал, существенно более пессимистическую оценку ветру, по крайней мере, потому что в этой модели можно учесть ту территорию, которую занимают ветроэнергетические установки. А вот в исследовании, где это проводилось по оценке экономически, то там это фактически не учитывалось. Ну и, наконец, для ядерного цикла модель указывает не только на необходимость замыкания по ядерному топливу, но и на целесообразность организации цикла повторного использования активированных и загрязненных конструкционных материалов. Это несколько ухудшает общую оценку ядерных циклов. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Иванович. Очень интересный доклад. К сожалению, вы не оставили время на вопрос, но все-таки один вопрос я не могу задать для уточнения. Вот та картинка, которая у вас на 9-м слайде, это с учетом тех издержек, которым приводит тяжелая авария на атомных станциях. Да, спасибо. Это важный вопрос. На самом деле, вот в ИБРАИ рассматривался этот вопрос через вероятность таких тяжелых аварий, через оценку последствий таких тяжелых аварий. И я проводил такой грубый анализ, и он меня привел к тому, что это факт, это такая оценка не дает значительного вклада в это, если большая энергетика. Вот. Но она носит чисто психологический характер, потому что допускать этого, конечно, нельзя, потому что люди, общество реагируют совершенно другим образом. Это понятно, да. Не надо распространяться, мне просто да, то есть, не на людей, а на математику, на ваше мнение. Да, математика дает хороший результат, а я понимаю, что это не тут надо осторожным быть. Спасибо.